В Ноябрьске волонтеры вновь ищут хозяев для трех спасенных с улицы щенков. На прошедшей неделе одного из малышей взяли в семью. Правда, спустя всего несколько дней щенка вновь вернули волонтерам. Новые хозяева оказались не готовы к тому, что полуторамесячный щенок не приучен к выгулу. По словам волонтера, которая выхаживала животных, щенка ей вернули в плохом состоянии. У собаки грязные глаза, плохая шерсть и существенная нехватка в весе. На выхаживание животного теперь вновь понадобится время.